все этот анекдот, откуда взялось выражение «не фонтан». Да, знаменитый анекдот, как всегда, умирает старый еврей, он все время умирает, никак не умирает. Стоит этот, все эти ученики, стоят там, и вдруг вопрос такой, ребер, что такое жизнь? Ребер говорит, жизнь – фонтан. Все такие, он сказал, фонтан, самый маленький фонтан. Ребер, а почему фонтан? Когда почему фонтан? Ну не фонтан.